Эта бурная реакция на нашу съемочную группу – не агрессия. Этот лай – всего лишь защита своей территории, жилища, хотя и временного, которое четвероногие бездомные обрели невольно. Невольно, потому что поступали они в приют для безнадзорных животных в основном вследствие отлова. Его периодически производит бригада по отлову безнадзорных животных, которая находится на балансе государственного предприятия «Спецавтобаза города Витебска». Приют был создан в 2012 году. Задачи, которые стоят перед его работниками – стерилизация и временное содержание безнадзорных, бродячих и потерявшихся животных. В приюте находится около 200 животных. Это собаки, кошки, котята, щенки. Собаки, которых мы берем на стерилизацию и последующий послеоперационный уход. Мы стараемся как можно больше стерилизовать животных, потому что это... От этой практики никто, ни одна страна еще не ушла. Только стерилизация, повальная стерилизация животных можно добиться сокращения численности безнадзорных животных на улицах города. Людей, конечно, катастрофически не хватает, потому что, чтобы 200 животных содержать, это нужна очень большая человеческая сила. Безнадзорные животные – угрозы для жизни горожан. На их счету вероятность распространения инфекционных заболеваний, нередкие нападения на прохожих, случаи ДТП. Только за 2015 год сотрудниками приюта стерилизованы и привиты от особо опасных болезней более 1000 кошек и собак, что улучшает санитарно-эпидемиологическую обстановку в Витебске. Эти мероприятия проводились за счет спонсорской помощи. У нас стоят 11 ящиков для сбора пожертвований в магазинах нашего города. Есть открыт благотворительный расчетный счет, на который люди перечисляют деньги. Ну и в том числе очень много приносят крупы, покупают люди сами медикаменты. Мы с расчетного счета покупаем ветеринарные препараты. Поэтому это очень большой оборот. И я хочу сказать спасибо, что уже 4,5 года наши горожане дают нам возможность делать то дело, которое мы делаем, чтобы уменьшить количество безнадзорных животных на улицах города. Питание животных в приюте осуществляется также за счет спонсорских средств. Ежемесячная потребность приюта – около 1 тонны мяса и субпродуктов и 1 тонна крупы. Поэтому по-прежнему актуальным остается обращение горожанам об оказании помощи. Приют с большой благодарностью примет любые сыпучие продукты, кроме перловой крупы и кроме сечки. Любые мясные продукты, куриные головы, куриные лапы, спинки куриные. Также мы собираем теплые вещи на подстилке, кроме синтетики и перьевых подушек, берем все. Даже берем макулатуру. Вот, когда нам сдают макулатуру, какой-то гвоздь купить, какую-то там розетку поменять, то мы с благодарностью даже за макулатуру. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы больше животных уходило с приюта, потому что людей, которых, то есть животных, которые в данный момент находятся на улице города, и надо срочно стерилизовать, а это надо освобождать места. Если меня будут активнее забирать, то, естественно, мы будем активнее их принимать. Присмотритесь, может быть, среди этих несчастных, но таких добрых и искренних питомцев приюта найдется для вас верный и отзывчивый друг. А спонсорскую помощь можно оказать, позвонив по телефону 8-033-336-78-77, либо перечислить денежное средство на благотворительный счет. Приют для безнадзорных животных в городе Витебске находится по адресу Старобабинический тракт, 29.